Свадебный день. Долгожданная серия. Четвертая серия первого сезона. И тут сердце мать черномыши взорвалось. И тут оно остановилось. Но не все так просто. Это было задумано. И тут пришел он. Пришел титан дьявола, закрыл рот и сказал: «Слушай, Паул Джонсон, давай честно сразимся. Если выиграешь ты, я отдам тебе самое ценное, а именно свои земли, которые тут вечны просто. Но если ты проиграешь мне, ты отдаешь мне свою деревню. Ну что ж, по рукам?» «Что ж, ну ладно, я согласен с тобой. Я сражусь с тобой. Ты сам сказал честно. Если выиграешь ты, забираешь деревню. Но если выиграю я, ты отдаешь реально мои земли, точнее свои земли мне. Ну что ж, сразимся завтра. А чё не сегодня? Боишься, что ли?» «Не боюсь. Просто пускай и мои посмотрят, как я тут сражаюсь». «Ха-ха-ха! Насмешил. Ну ладно, завтра так завтра». «Джонфорд, скорее сюда! Давай, бежим, бежим! Отлично, отлично! Нам надо идти! Джонфорд, давай скорее!» «Я иду уже! Я уже иду! Анастасия, нам надо идти! Нам надо идти!» «Мы должны применить мощь! Нужно пойти в лабораторию!» «Так, так, 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 так! Давай! Давай, давай, давай! Отлично, давай! Можно пройти, можно!» «Конечно, конечно! Это безопасная зона! Давай, заходите!» «Я тоже зайду!» «Отлично! Так, значит, тут беженцы спаслись!» «Можно пройти, надо нам пройти!» «Так, ладно, коридор справа!» «Конечно, конечно, да-да-да!» «Ну все, спасибо, что дали информацию! Бежим, Джонниферд, бежим!» «Анастасия, нам куда?» «Туда, вот, вот! Заходи в эту дверь!» «Зашел!» «Вот, блин, напали! Опять на нас напали! Именно на нас нападают! Что за чертовщина?» «Клейм, я не знаю, почему это так, но нам нужно справляться! Нужно отправить отряд!» «Итак, это флаг Афанасии, которого в уменьшенном виде! А битву объявил дьявол-титан против Паула Джонсона. Набираем 3 лайка, и следующая серия, возможно, выйдет. Удачи!»